Я выступаю за интеграцию Украины в Европу. Но я выступаю за такую же интеграцию и Казахстана, и России. Почему? Потому что это абсолютно другие стандарты, стандарты жизни, стандарты отношения нанимателей, работодателей к своим подчиненным. Средний европейский житель имеет возможность больше заработать и лучше прожить. Я хочу европейские стандарты. Хочу передать привет своим казахстанским друзьям, с которыми вместе учились, с которыми вместе дружили. Другого выбора немає. Відставка президента, відставка привіт уряду. Я за це буду воювати до кінця. Відставку згідно з Конституцією цей уряд на чолі з Азаровим. Тоді створюється площадка для круглого столу. А от це ювочка. А потім наші шановні гості. Добре. Що там написано? Це є в душі кожного українця. Да? Так що от це можна назвати такою донавогодною. Да? Ёлочная революция. Это есть продление оранжевой революции. Да? Это есть уникальный пример по советскому пространству и всей мировой цивилизации. Такая консолидация 46 миллионов наций. А вот это народ стремится к цивилизации. Это народ хотят избавиться от всяких коррупций, от всякого криминала. Да? Потому это есть путь евроинтеграции. Так что это надо понимать. Хоть из Казахстана, и хоть из любого человека. Я глубоко убежден, что в вашей стране есть у вас тоже люди, которые не хуже нас это понимают. Может и даже так, и как мы, и может и даже лучше это все понимают. И сами киевляне приносят вещи теплые тем людям, которые находятся на Майдане. И вот так же самое, это как гуманитарная помощь, она идет людям, те, которые находятся здесь и ночуют. Еду и медикаменты, это тоже люди приносят? Вы знаете, нет, это получается партия Свободы, Удар спонсирует, и они как бы от них работают. Ну и в основном люди приносят покушать, да, приносят чай горячий, приносят покушать, тоже люди, так же самое. Прошу поддержать Украину. Слава Украине! Героям слава! Врагам нации! Тюрьмы!